1 июля в Украине стартовал первый этап вступительной кампании, а именно регистрация электронных кабинетов. А уже с 14 июля начнется подача заявлений и документов в учебные заведения. Уже на этих этапах у многих выпускников 11 классов возникают трудности. Чтобы избежать многочисленных ошибок из-за неправильной подачи документов, на базе приемной комиссии Национального университета Одесская юридическая академия работает консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам. Это инициатива президента университета Сергея Кивалова, который убежден, организационные вопросы не должны стать преградой на пути к мечте для талантливых и целеустремленных абитуриентов. С 1 июля уже стартовал регистрация электронных кабинетов для поступления. И хотел бы отметить, что в этом году все поступающие по сертификатам ЗНО должны будут поступать по электронным кабинетам. То есть это как поступающие в колледж после 11 класса, те, кто по ЗНО, а не по вступительным экзаменам, там есть выбор. Это как поступающие после 11 класса на бакалавра, как поступающие на магистратуру, они все должны поступать по электронным кабинетам. Обращающих, конечно же, много, но благодаря Сергею Васильевичу Кивалову, его инициативе был создан консультационный центр, и мы консультируем и помогаем людям регистрировать электронные кабинеты. У нас достаточно компьютерной техники с выходом в интернет, что позволяет нам без особых очередей, то есть фильтровать этих людей и достаточно быстро оказывать им необходимую помощь. В консультационном центре бесплатной помощи абитуриентам также могут ответить и на все вопросы, касающиеся программ «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Это специальная форма поступления, которая поможет выпускникам школ стать студентами Национального университета Одесская юридическая академия без украинского аттестата или без сертификата внешнего независимого оценивания. Отмечу, что нюансов много и вопросы для каждого индивидуальны. Если у вас возникают какие-либо вопросы касаемо поступления, касаемо документов, которые подтверждают вашу льготу, касаемо получения украинского свидетельства об образовании и так далее, вы можете обращаться в консультативный центр на нашу горячую линию. Мы вам расскажем, подскажем, каким образом происходит процедура поступления, так как есть много нюансов в зависимости от того, имеется ли у абитуриента украинский документ об образовании, об окончании школы, сдавал ЗНО, либо не сдавал ЗНО. Очень много различных нюансов, разных вопросов, и мы вам окажем консультативную помощь и поможем поступить к нам. Сотрудники приемной комиссии могут также провести для абитуриентов и их родителей экскурсию по учебным корпусам, спортивному комплексу, общежитиям и показать все достоинства инфраструктуры. Приемная комиссия очень прекрасная. Вот я уже познакомилась с девочкой Машей, которая помогает мне подать документы. И очень прекрасно коммуникабельный человек, который ответил на все мои вопросы, которые меня интересовали. И пока все замечательно. Надеюсь, так и будет дальше. Здесь очень хорошая база, очень хорошие преподаватели. Я своими каналами просто узнал, насколько хорошая подготовка в этом вузе. И вот база есть, где себя реализовать для нее. Вот наилучше и больше всего подошел вот этот вот факультет на базе юридической академии. Я захотела пойти сама, родители меня полностью поддержали, потому что это мой выбор, это мое будущее. И я с детства хотела поступить сюда, и так и получилось. Я ходила к репетиторам, читай по праву. Украинский у меня и так был хороший, но я все равно потягивала. Родители всегда меня поддерживают, поэтому я как-то так и пришла сюда. Мне нравится именно эта профессия, вот юрист вообще. Вот я люблю эти все следовательские дела. Получить помощь в Национальном университете Одесская юридическая академия можно будет до начала учебного года. Напомню, что приемная комиссия Одесской юрокадемии работает без выходных с 9 до 6 вечера. За более детальной информацией можно обращаться по телефону 048-719-8800.